Каждый год в рамках проекта «Спортивное лето» в Белгороде проводят соревнования по дворовому футболу. Главное – это доступность для любого мальчишки или девчонки, вышедших поиграть возле дома в мяч. Нужна такая вещь для детей, которые хотят, наверное, достичь каких-то больших результатов. Нужно, наверное, с этого и начать. Все лето ребята играли на 6 разных городских площадках. А сегодня у лучших юных футболистов финал. В Парке Победы прошел финал по мини-футболу в рамках Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. Пришли поддержать юных футболистов их родители, друзья и тренеры. Как эмоции? Выиграли, проиграли? Расскажите свои впечатления. Проиграли, но все равно лишний эмоции, опыт. Да, мы старались, но у нас не получилось. Противники сильнее оказались. Отлично, мне понравилось. Выиграли? Очень сильно. Да, со счетом 5-0. Проиграли. Проигрывать все равно тоже полезно. Это учит многому. Проект «Дворовый футбол» – это отличная возможность для детей интересно и с пользой проводить время. Свежий воздух, общение со сверстниками. Юным спортсменам представили профессиональных футболистов Белгородского «Салюта». Многие из них начинали с дворовых площадок. Основная задача о том, чтобы этот проект сделать истинно дворовым. Для того, чтобы этот проект существовал, должна сформироваться база дворовых тренеров на территории всей области. Сейчас в Белгороде работают 25 спортивных площадок. Ребята занимаются не только футболом. Популярны также баскетбол, гиревой спорт, лапта. Дарья Атаманова, Александр Поддубный, Белгород Медиа.